Чудотворная икона Богородицы «Троеручница» была написана в 8 веке в память об исцелении отсеченной руки святого Иоанна Дамаскина. Иоанн Дамаскин, защищавший почитание икон в период иконоборчества, был оклеветан и приговорен к отсечению руки. Правая рука святого была вывешена на площади на всеобщее обозрение. В тот же вечер Иоанн попросил у властей забрать руку. «Умножается болезнь моя, и несказанно меня мучит, и я не могу иметь отрады, доколе рука моя, на позор повешенная, не будет отдана мне». Его мольбы были уважены. Получив руку, Иоанн затворился в келье и, молясь перед иконой Богоматери, приложил отсеченную руку к культе. После молитвы он заснул и во сне увидел Богоматерь, которая молвила: «Вот рука твоя здорова, и не скорби больше, исполни то, что ты обещал мне в своей молитве». Иоанн проснулся исцеленным. В благодарность за это чудо и в память этого благодатного события изготовил из серебра изображение кисти руки и приложил его к иконе. Отсюда пошло название иконы – «Троеручница». Подлинную икону сам Иоанн перенес из Дамаска в лавру святого Саввы Освященного. Сюда же он переселился и сам для дальнейших подвигов благочестия. Там икона находилась до 13 века. В 13 веке икона была перенесена в Сербию. По преданию, во время вторжения турок в Сербию, икона Троеручница была положена на осла, который принес ее к воротам Хилиндарского монастыря на Афоне. Монахи поместили образ в алтаре, но он чудесным образом переместился на игуменское место. С тех пор в монастыре перестали избирать игумена, а монахи принимают благословение на церковные службы от иконы Троеручницы. В России икона Троеручница пользуется большим почитанием. В 1661 году из Хилиндарского монастыря для патриарха Никона был прислан список этой иконы. Списки чудотворной иконы Троеручницы распространились во всех православных странах. Они прославились многими знамениями и исцелениями. Перед иконой Пресвятой Богородицы Троеручница молится в душевном неспокойствии. Она помогает в исцелении болезней рук и ног.